Честно исполнять свой врачебный долг. Экзамены сданы, клятвы сказаны. Уже завтра эти выпускники разъедутся по своим рабочим местам в медицинские учреждения края, применять полученные знания на практике. Пополнятся молодыми специалистами районные больницы и амбулатории. 86 человек, которые обучались по программе «Врачебные кадры для села», вернутся в свои муниципалитеты, только теперь уже в качестве врачей. Не во всех районах хватают специалисты, а это помогает обеспечить кадрами населенные пункты, даже самые отдаленные от Краснодара. Ну и опять же, это трудоустройство, и у молодых специалистов не возникает такого вопроса, где я буду работать после вуза. Хотел быть хирургом, и район мне выделил место по этой программе. Я поступил в наш университет, и сейчас есть у меня прекрасная возможность помочь своему району в качестве детского хирурга. Ежегодно из стен Кубанского государственного медицинского университета выпускаются сотни дипломированных специалистов. Вуз готовит самые востребованные для края кадры. Поздравить молодых врачей пришли глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Владимир Бекетов. Они вручили выпускникам дипломы. Как отметил губернатор, сегодня нехватка специалистов здравоохранения края, тем более в сельской местности, одна из острых проблем. И именно эти выпускники пополнят ряды сельских молодых врачей. Вы выбрали для себя профессию, с одной стороны, очень почетную, но с другой стороны, груз ответственности у вас будет очень велик. Боль пациента, боль человека, она будет отчасти для тех, кто на самом деле пришел в эту специальность по зову сердца, это будет вашей болью. Здесь надо понимать, что ваш профессионализм, ваш опыт, который вы будете с годами набираться, безусловно, будет рубцами отражаться на вашем сердце. Вы будете здесь, на нашей земле, делать добрые дела, лечить людей. И просто поверьте, что вы нужны. Нужны Краснодарскому краю, нужны Кубани, нужны своей малой родине. Вы нужны своей земле. Программа «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» работает на Кубани уже 13 лет и рассчитана до 2020 года. Свои рабочие места в районных больницах уже получили около 500 специалистов. Всего планируется подготовить около 1000, подчеркнул председатель ЗСК Владимир Бекетов. Теперь в ваших руках будет находиться здоровье населения Кубани от рождения и до глубокой старости. И уверен, что вы будете работать честно и добросовестно. Работая в системе сельского здравоохранения, специалист получает больше профессиональных навыков по той причине, что он вынужден чаще принимать нестандартные решения, брать ответственность на себя. Из них, как правило, получаются замечательные руководители. Сегодня города и районы края имеют дорогостоящее оборудование и по своему оснащению зачастую не уступают краевым клиникам. Ежегодно растет и финансирование здравоохранения. Но главное – это кадры. Сегодня на 700 дипломированных специалистов в кубанской медицине стало больше. Елена Касабова, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.